Ну что ж, друзья, всем привет, рад вас снова видеть. Сегодня у нас будет последнее, наверное, видео по данному погрузчику от компании Rossel, так как просил я данный погрузчик, чтобы мне пригнали на тест и обзор, так как многие люди интересовались данным погрузчиком, ребята, в целом, что за он. И на фото есть на фото. Все-таки вживую, при работе, посмотреть какие-то выполнения его, много людям было интересно. Друзья, тест завершается, но у меня были просьбы попробовать, вот у нас есть тюки соломы, собрать пирамиду максимальную по высоте. И я думаю, это будет 3 тюка, понимаете, высоту, да? Посмотрим, как это будет выглядеть, друзья, получится у него это сделать или нет. Ну и на этом, к сожалению, наш тест завершится в данном погрузчике. Речь о погрузчике, ребят, что хотел сказать, что маневренный, экономичный автомат, управление 5 баллов, просто очень легенько управляется. По тяге, честно скажу, дури у него. Просто будь здоров, готов под собой рвать все. Это чувствуется. Очень удобно, можно сменить ковш. Подъезжаем, все вообще можно не выходя, ребята, с салона менять ковш, вилы ставить. Все, что вам нравится. Ребят, тоже работал вечером, тоже бомба. Кондер есть, тоже хорошо. Как бы, ребят, реально все условия для того, чтобы только работать на нем есть. Так что, друзья, давайте не будем тянуть резину, поедем собирать стоги, чуть-чуть стюков, что я навозил, и заодно посмотрим, на какую высоту он подымет максимально, сможет ли он на 3 тюка поднять. Ну и завершим на этом, ребятушки, наш тест. Ну что ж, друзья, всем привет еще раз. Приехали мы уже на место. Вот, будем сейчас пробовать тюки. Доставим здесь. И видите, как, видите, я не делал третий уровень, грубо говоря. Да, ну, во-первых, я не проверял, хватит высоты подъема вил или не хватит ему. Но многие говорят, пропробуй, интересно, хватит или нет, реально. Так что, друзья, мы сейчас это все попробуем сделать. Вот, поставить третий уровень. И будем видеть, как это у него получается. Вот, почему я не буду делать, даже если получится у него 3 яруса. Объясню для чего. Так как, ребята, я хочу, чтобы эта солома быстрее перегнила, сгнила. Из-за этого, когда дождь скапает, если третий тюк ставит, он реально больше сливается. А когда ее нету, то она попадает так, сюда, и, грубо говоря, быстрее перегнивает. Для того, так как я данной соломой стелю, голубику мульчирую. И если свежей соломой все время мульчировать, ребята, то она очень сильно вытягивает азот из земли. А так перегнившая, она как удобрение уже идет. Так что давайте мы попробуем, ребятушки, буду заводить. Пробовать ставить уже все, как говорится. И поставлю сейчас камерку и будем глядеть, как это получается. Так что погнали.
ребята, я думаю, было всем все видно. Конечно, если вам сказать честно, ребятушки, он это делает впритык. Реально впритык. Все, я вот до упора поднял. Уже и появляется парусность, так как тюки эти очень тяжелые. Это самые, наверное, большие тюки, ребята. Вот, появляется парусность. Но в целом, как видим, он справляется достойно с данным, как говорится, сложностью. Вот. Так что, ребят, что я хочу сказать, что действительно классный погрузчик. Ребят, многие сказали, Брома, там взял бы себе. Для моей работы это как бы круто. Честно скажу, мне он нужен был бы вообще в целом. Ну, также мне и достаточно хорошего Куна-Страктора. Но если взять, допустим, некоторые организации, там, как я говорю, лесничество даже, там, или пилорамы какие-то, вещи, на самом деле, уборочная, там, потом, как я когда-то работал у себя на работе в этом, благоустройство, плитка, цементик, все это дело, ну, это просто вещь. Грузоподъемность нашего погрузчика 800 килограмм в целом, работает как игрушка, нагрузок особо нету никаких. В целом неплохо. Сейчас дособираю эти маленькие тюки, ребята, доставлю на 3-5 штучек. Ну и на этом будет все. Так что, ребята, всех был рад вас видеть. Еще раз благодарю за компанию Россел, то, что пригнали трактор. Хорошая компания, на самом деле. Погрузчик, вернее, пригнали нам. И действительно немножко разбавили контент в моем, как говорится, канале. Вот, так что такие вот дела. Что же еще хотел сказать? Что-то подзабыл я. Что я хотел сказать, ребята, следующее видео будет очень интересно. Я уже начал нагонять борозды на своем поле, ребятушки. Будет уже подготовка плантаций вот этого поля всего под голубичку уже. Уже настало время, уже некуда тянуть. Уже будем гонять редки. Это будет в новых видео. Ребят, так что не забываем, что к моего канала на все трактора и навесное оборудование есть скидочка, ребятушки, вам. Запчасти, будь то двигателя, будь то коробки, все остальное. Так что ждем нового видео. Всем пока.